сказать, что слабо. Мы разбирали эту команду Майкоп, что вчерашние игры, то, что сегодня. Тем более, плюс еще усталость накопилась со вчерашней игры. Сами видели на табло счет, плюс 30 очков. Сегодня, конечно, тяжелее. Вторая игра всегда тяжелее. И я не считаю, что слабо сыграли. 87-72 – это... Главный тренер ПК Дмитрий Тараканов. Поздравляем вам с первой двойной победой. Спасибо. Сегодня гораздо сложнее, чем вчера. С чем это связано? Ну, вчера тоже, я не скажу, что была легкая игра. Первую половину Майкоп очень здорово играл. Только во второй половине, в третьем периоде нам удалось создать определенный комфортный разрыв. А в итоге выиграть игру. Сегодня была более жесткая, вязкая игра. Нам вначале, опять же, не удалось разогнаться. Но вот в четвертом периоде мы совершили несколько скоростных атак, результативных. В принципе, что и решили ход матча в нашу пользу более комфортно. На концовке, имея там 8-10 очков, гораздо проще играть, чем вот, очков, когда идет сложная игра.